Так, под Киевом Житомирская трасса, ночь 27 на 28 сентября 2017 года. Жесткое ДТП, извлекают водителя, на месте скорая. Держи, держи. Киев, ночь с 27 на 28 сентября 2017 года, Житомирская трасса, 20-й километр, тяжелое ДТП с пострадавшими. Именно сейчас спасатели ГСЧС пытаются достать тяжело травмированного водителя микроавтобуса «Мерседес», который ехал с грузом. Произошло лобовое практически столкновение фуры «Скания» и автомобиля «Мерседес Спринтер» грузового. В результате водитель «Мерседеса» получил тяжелые травмы. Его зажало в салоне автомобиля, в кабине. Сейчас спасатели пытаются его уже 20-ю минуту достать. Мужчина в сознании, провели определенные мероприятия, накололи его. Вот, состояние немного стабилизировалось. Будем надеяться, что удастся его вытащить живым, обойдется без трагических последствий. Ha ha.